просто класс, мечты сбываются. Тут туристы уже некоторые возвращаются группам, мы идем только. Короче, это Тулум. Тулум — это одни из пирамид Майи, или, как сказать, мест, где жили Майи, мест, где процветала когда-то цивилизация Майи. Вот, сейчас это туристическое место, но я думаю, что вот Майя — это и есть местные жители. Просто как бы они живут сейчас по-другому, но они же есть, в принципе. Но это ладно. Это археологические, так сказать, догадки мои. Что здесь интересного? Такая тропическая, тропическая растительность. Вот мы идем как бы так в тени, такая аллея. Так прохладненько здесь, сказать, в аллее, так, конечно, на солнце жарко, и, ага, идем по аллее, и тропики, я, конечно, подозреваю, что всякие эти животные бегают, как говорится, ягуары у них существуют здесь. Вот. Ну, не знаю, сколько идти, но порядком к Тулум пирамиды. Ну, посмотрим, что там за пирамиды, интересно. Вот. Так, ну, сколько там? Встретимся в следующем сюжете.